В Мирном выбрали лучшего сварщика и электромонтажника. Мирнинский региональный технический колледж вновь собрал участников 6-го открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы World Skills». Студенты из 12 средних профессиональных учебных заведений республики соревновались по двум компетенциям. Это сварочное производство и электромонтаж. Победителем в категории электромонтаж стал студент Павел Калинюк, а в компетенции сварочное производство Илья Пантелеев. Студент ПТУ номер 16 в Якутске. Победитель регионального чемпионата представит республику на отборочных соревнованиях финала 6-го национального чемпионата «Молодые профессионалы». Мирнинский региональный технический колледж обладает, наверное, самой лучшей базой во всей республике, и логично, что проведение этого чемпионата доверено нам. Кроме этого, мы имеем большой, богатый опыт подготовки чемпионов из всех ранее проводимых 3 чемпионатов по компетенции сварки. Зашел в кабинку, и все, потом нормально стал. Ну, сперва вообще прожег там ее все, потом нормально заварил. Я, ожидал то, что займу какое-нибудь место, первое, там, второе, третье, какое-нибудь из этих. Занял первое,